Лариса Долина не понаслышке знает всю подноготную нашумевшего проекта «Маска», ведь она и сама принимала участие в шоу в костюме оленя. Звезда откровенно раскрыла неприглядную правду о проекте. Певица славится своим бесподобным голосом. Она не только блестяще справляется с эстрадой. Лариса Долина любит и умеет петь джаз и даже классический репертуар. Однако в рамках шоу некоторые участники, а возможно, и сама певица, не брезговали петь под фонограмму. Причина банальна: костюмы сделаны так, что просто не дают возможности сидящему внутри артисту качественно исполнить песню, вот и приходится пользоваться заранее заготовленной записью.